Сборник произведений Абая на французском языке появится в муниципальных и университетских библиотеках региона земли Луары. Несмотря на жесткие санитарные ограничения, казахстанской делегации удалось встретиться с представителями местных властей и вузов и передать несколько экземпляров. Наша задача – это продвигать наше культурное наследие. И сегодня мы говорили от французскими из региона земли Луары. Они проявили большой интерес, и мы подарили несколько книг. Сборник лучших произведений Абая на французский язык был переведен парижским издательством и отпечатан в Нормандии. В однотомник вошли слова назидания, 145 стихотворений и две поэмы. Над переводом трудились известные специалисты Ив Готье и Кристина Зетунян. Причем основная работа пришлась на локдаун первой волны. И, как говорят авторы перевода, мудрость Абая помогла им пережить режим изоляции. Из-за жестких ограничений французскую версию не стали презентовать публике, но передачу книг местным библиотекам уже начали. Часть отпечатанного тиража отправилась в Швейцарию и Бельгию. Произведение Абая впервые